Губернатор Белгородской области Евгений Савченко встретился с активами трех районов – Новоскольского, Чернянского, Красногвардейского. Говорили об изменениях, произошедших в последние годы в экономике и социальной политике. Каждый из руководителей муниципалитетов отчитался перед присутствующими на встрече представителями бюджетной сферы, предпринимателями, общественниками о выполнении майских указов президента. Глава региона Евгений Савченко поделился хорошей новостью. Села Новоскольского и Красногвардейского районов свяжет новая дорога через Старую Безгинку и село Уточка. А Новый Оскол с областным центром соединит магистраль нового поколения. В текущем году 4 полосы дойдут у нас до Нового Оскола. И, думаешь, 40-50 минут вполне достаточно для того, чтобы от Нового Оскола доехать до Белгорода. Главное, это не просто быстро доехать, а главное, что это и безопасная дорога. Губернатор Евгений Савченко также ответил на вопросы участников встречи о планах в социальной и экономической сферах Красногвардейского, Чернянского и Новоскольского районов. В беседе принял участие и народный артист России Виталий Стариков, доверенное лицо кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко встретился с активами трех районов – Новоскольского, Чернянского, Красногвардейского. Говорили об изменениях, произошедших в последние годы в экономике и социальной политике. Каждый из руководителей муниципалитетов отчитался перед присутствующими на встрече представителями бюджетной сферы, предпринимателями, общественниками о выполнении майских указов президента. Глава региона Евгений Савченко поделился хорошей новостью. Села Новоскольского и Красногвардейского районов свяжет новая дорога через Старую Безгинку и село Уточка. А Новый Оскол с областным центром соединит магистраль нового поколения. В текущем году 4 полосы дойдут у нас до Нового Оскола. И, думаешь, 40-50 минут вполне достаточно для того, чтобы от Нового Оскола доехать до Белгорода. Главное, это не просто быстро доехать, а главное, что это и безопасная дорога. Губернатор Евгений Савченко также ответил на вопросы участников встречи о планах в социальной и экономической сферах Красногвардейского, Чернянского и Новоскольского районов. В беседе принял участие и народный артист России Виталий Стариков, доверенное лицо кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина.